Привет. Эд Риборн, у Black Horse вышел новый видос, называется «Психолог». Насколько я понимаю, это какой-то короткометражный фильм. И давайте посмотрим, думаю, будет как обычно интересно. Погнали. Декорации классные, мне нравятся. О! Здравствуйте, мы на 5 часов записаны, можно? А может, надо было дверь закрыть? Так. Доктор, хотелось бы сразу сказать, что мы никогда не были на подобных сеансах. Да и, если честно, как-то скептически относились к такому роду деятельности. Если можно, не обобщай, у меня нормальное отношение к психотерапии. Ты можешь меня не перебивать? Извините. Так вот, поскольку... Я вообще не понял. По идее, наверное, он должен вопрос сначала какой-то был задать. Вы пришли, сразу начали разговаривать. Значит, вы, видимо, знаете, как это происходит, и значит, вы там были. И чего-то не договариваете. У наше отношение на грани, мы подумали... Почему бы и не попробовать? Тем более, моя знакомая вас очень сильно рекомендовала как настоящего профессионала. Да ему насрать на лесть. Помните, светленькая такая, полгода назад... Да ему на это пофигу, рассказывайте про свои проблемы. У вас была Елена зовут, но она еще с мужем приходила. У них была такая проблема, что... А потом они расстались, да? Ах да, извините, перейду ближе к делу. У нас в отношениях на протяжении долгого времени создаются конфликтные ситуации. Мы постоянно ругаемся и зачастую приходим к тому, что мы не подходим друг другу, и нам надо расстаться. Ну так, если вы не подходите друг другу, расстаньтесь! В чем проблема? Ну не совсем мы, а если быть точнее, то только она. Я? Да. Меня вообще все устраивает, если бы только ты не докапывалась ко всему, чему только можно. То есть, по-твоему, я докапываюсь? Да постоянно. Я вам больше скажу, доктор. У меня такое впечатление складывается, что она только и ждет, чтобы создать очередной конфликт. Ага. Так. Я еще инициатор конфликтов. А кто? Вот вчера на ровном месте мне вечер испортила. На каком еще ровном месте? Я тебя нормально попросила не орать, пока ты играешь в свою долбанную доту. Это была критическая ситуация. Я не мог себя сдержать. Я понимаю его, ты на ровном месте начала конфликт. А критическая ситуация? Хорошо, доктор, вот послушайте, я тут записала. Зачем она это еще записывает? Тупое дно на пуже? Какого фига ты стилишь хуком? И так... так нормас, я бы тоже так орал. Таких ситуаций каждую минуту. Это... Ну так а нафиг он стилит, блин, гондон. Вообще нормально? Нормально. Не на пуже, а на пудже. Пора бы уже запомнить. А во-вторых, я ж тебе ничего не говорю, когда ты смотришь дебильные истории в Инстаграме по утрам. И ТикТоки залипаешь, да? Сторис здесь при чем? А Дота тут при чем? При том, я запарился просыпаться от того, что слышу. Девчонки, всем привет! Сделала сегодня легкую маску с авокадо, сделала себе фрапучино и вышла на улицу радоваться этим утром. Вот нафига мне эта информация с утра? Ну что, к чему? Походу, психолог здесь вообще ни слова не скажет. Прицепиться! Ты бы лучше рассказал, как разбрасываешь свои вещи по всему дому. Ну, разбрасываю, что здесь такого? Уберу потом. Я вообще не разбрасываю, они все лежат на местах. Потом ходишь и орешь, где то, где это? Не разбрасываю, а кладу. Ору, потому что ты вечно все перекладываешь. Да, это проблема в тебе. Я перекладываю, потому что у каждой вещи есть свое место. Так она была на месте, а ты ее убрала с него. Вот именно, место, куда я их положил. А кто поддерживает его, поставьте лайк, пожалуйста. Это офигенно. Вот как мне с ней жить? А, это что, вопрос ко мне? Все, я могу у вас вопросы задавать, да? Нет? Доктор, а я знаю, в чем проблема. Ей делать нечего, вот она и занимается этой ерундой. Делать мне нечего? А кто тебе вещи стирает? Кто убирает, кто готовит? Ладно, это единственный аргумент. Единственный? Доктор, после работы, как только у него появляется свободное время, он либо ютубчик свой смотрит, либо в игры свои дебильные играет. Так, а что надо делать? Ну, он отдыхает после работы. А что мне делать? Я так отдыхаю. Это ненормальный отдых. В смысле ненормальный отдых? Обыкновенный отдых. А какой отдых должен быть? Ну, типа, ладно, у кого-то есть другой отдых, но кому-то нравится это, да? Ну, камон, чуваки. Что за бред? Вон у моей подруги парень постоянно с ней гуляет, водит... Ну так, пусть гуляет. Это он. Не, ну гулять, конечно, с девушкой своей, это да, это надо. Если он вообще времени уделяет, тогда он плохой. Это ее в кино. Погоди, это что, Кристинка, что ли? Так у нее чуть ли не каждый месяц новый парень. Конкретно букетный период заканчивается, ну да. А она себе другого мустафу ищет. То есть, по-твоему, спустя время в отношениях можно перестать стараться и быть пассивным? Нет. Подожди.
А кто это у нас пассивный? Я, значит, на работе, а ты целый день дома сидишь. Тебе скучно, вот ты и цепляешься за мелочи и раздуваешь конфликт. Да-да-да. За кого я дома сижу? У меня была нормальная работа. Так что ты ушла с нее, иди работай. А ты сказал, увольняйся. Нормальная работа? Она в офисе за копейки работала. Ну так, а ты вообще какую-то хрень сказала? Хочет работать? Работает пусть. Зато я чувствовала себя как в своей тарелке. Там был дружный коллектив. Ага, каждый день выносила мне мозг историями, какие хорошие люди там работают. Не надо, это было пару раз. Пару раз? Да я всех, кто с тобой работал, по именам знал. Да что там, я даже знал, где и с кем они живут. Оно мне надо. Вот я и предложил, пусть лучше уволится и займется чем-нибудь другим. Ты думаешь, так легко изменить свою жизнь и найти себя в чем-то другом? А ты больше истории в Инстаграме своей смотри. Чему-то научат. А может, твоя дебильная игра чему-то научит? Игры хотя бы развивают, стратегии там всякие. Игры сколиоз у тебя развивают. Так может, он стоя играет. Сколиоз у тебя в голове развивает твои истории в Инстаграме. Извините. Красавчик. Что-то мы разошлись. Ну, в общем, сами видите, какая ситуация. Лично я уже устала так жить. Может, вы поможете решить эту проблему? Так ну скажи что-нибудь уже, я, блин, в предвкушении. Да, понимаю, что в этом есть моя вина. Возможно, действительно, мне стоит меньше отвлекаться, больше думать о себе и развиваться. И сама, блин. Наперла. Зачем к нему-то ходили-то, я не понимаю. Типа кого, чтобы деньги ему отдать? Но когда я начинаю чем-то заниматься, мне банально не хватает поддержки, что ли. Нет, конечно, иногда бывает. Я чувствую, что лень побеждает. Угу. Начинаю злиться. И мне проще просто позалипать в соцсети, чем заняться чем-то полезным. Угу. Но иногда мне действительно не хватает внимания и поддержки от человека, которого я люблю. Блин, неловко даже стало как-то. Ладно, вообще... А можно было просто реально сесть и поболтать. Зачем к психологу было идти? Типа, камон, он даже ничего не сказал. Вообще-то я тоже где-то виноват. Вернее, моя вина, конечно, есть. Я за лайк сразу ставлю, это офигенно. В некотором смысле я стал вести себя как эгоист. Угу. Можно сказать, что я начал обращаться с ней как с вещью. Вернее, как с питомцем. Я хочу сказать, что, возможно... Почему не показали ее реакцию? Мне нужно стать взрослее. Научиться думать и заботиться не только о себе. Умные мысли. Но и о любимом человеке. Блин, это классно, мне нравится. Доктор, спасибо вам. Вы нам очень сильно помогли. Вы настоящий профессионал. Мы будем советовать всем своим друзьям именно вас. Это офигенно. Спасибо большое. А деньги, деньги, деньги. Что, он там солнышко нарисовал или что? Так. Туре, а приходите, пообщаемся. Не понял. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам 13. Красивые слова, только я его, честно, не понял, наезд на визитку. Он, типа, не мой или как? Не понимаю. Но фильм просто офигенный. Знаете, мне прям очень понравилось. Это реально, это прям контент-контентище. Мало такого делают на Ютубе, и это реально очень качественно, очень интересно. С хорошей актерской игрой, с хорошим сценарием, с хорошим сюжетом, хорошо все поставлено. Мне очень прям понравилось. Я в диком восторге остался от фильма. Но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.